Синим временем нагадается звездой. Пресса 3 года, рост 177 сантиметров, вес 93 килограмма. В ринге провел 62 боя. В 34 из них одержал победу, 24 поражения, 4 ничьи. Двукратный чемпион Балтии по смешанным единоборствам Валдас Пацелищус. Красного ринга боец из России, Дагестан. 26 лет, 185 сантиметров рост, вес 94 килограмма. В ринге провел 5 боев, в 5 из которых одержал победу. Чемпион Европы по панкратиону, призер чемпионата мира по кик-джитсу, мастер спорта по вольной борьбе и по боевому самбо. Сафарбек Сафаров! Это в ринге Ашот Ашумян. Канаты не держат, локти не работают, колени в голову только стоят. Пожали руки? Иначе бой по углам. Готовы? Готовы? Есть работа? Техническим нокаутом в связи с отказом о продолжении поединка на 40-й секунде первого раунда победу в этом поединке одержал Сафарбек Сафаров! Турнир и третий бой. Синий угол ринга приглашается.